12 жителей регионов России отправились к труднодоступным природным достопримечательностям в долине реки Мзымта. Подниматься выше Энгельмановой поляны в планы группы не входило, поскольку ее руководитель знал, что для нахождения в 5-километровой полосе от госграницы его подопечным, кроме паспортов, потребуются специальные пропуска. Дойдя до конечной остановки маршрута и разбив лагерь, туристы решились на выход к озеру Голубое, которое расположено в 2 километрах от границы. Однако их любопытство закончилось проблемами с законодательством. С начала года сочинские пограничники оформили свыше 7500 индивидуальных пропусков в пограничную зону. Они дают возможность беспрепятственно перемещаться в пределах большей части междуречья Мзымты и Псоу, включая населенные пункты Верхневеселая, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Ибга, далее озера Голубое, Ацетукский, Кардывач, Верхний Кардывач, Синеокая и другие. Наличие пропуска на этих территориях обязательно. При этом в остальной части пограничной зоны кордон Пслух, перевал Аишха, Энгельманова поляна для граждан России требуется только паспорт. Более подробную информацию можно получить по адресу Театральная, 5 или по телефону 266 88 57.